канун осенне-зимнего периода энергетики руководство страны пошли на меру строжайшей экономии. Решено по ночам временно прекращать освещение некоторых улиц, а также баннеров, внешней рекламы, точек общепита, витрин магазинов, отключать неоновые вывески развлекательных и торговых центров. Как оповестили население в Национальном энергохолдинге, соответствующий приказ подписан 27 сентября. О том, где будут отключать свет, а где нет, рассказал накануне на брифинге председатель Нацэнергохолдинга. Магистральные дороги, значит, основной центральные улицы столицы, городов, они не будут отключены. По мнению Байгазиева, особенно в сфере рекламы, а также среди владельцев точек общепита и увеселительных заведений, наблюдается вопиющее расточительное отношение к расходу электроэнергии. Сейчас такой период, допустим, уже систему кондиционирования можно, переходный между летом, можно систему кондиционирования не принимать. Она кафе везде... По полной работает кондиционер. А вот реакция простых бишкекчан. Некоторые предложенные отключения восприняли с пониманием. Я вообще сама экономно живу. И также я отношусь, чтобы ко всему экономно относились. Все, чтобы экономили. Тогда и жить будем хорошо. Но есть и те, кто с мерами экономии не согласен. Люди же поздно возвращаются с работы. Это тоже важно. Очень важно. Сейчас многие люди... дети, да, особенно дети, поздно приходят домой, поздно учатся, света нет вообще. Как-то. В другой раз выйдешь, даже мусор вынести, и в потьмах идешь. Но всех волнует вопрос, помогут ли такие меры избежать коллапса отрасли в отопительный сезон. Обладая богатейшими ресурсами развития энергетики, Кыргызстан, тем не менее, оказался в положении вынужденной экономии электроэнергии. Мы пришли к необходимости по ночам отключать освещение улиц, рекламных баннеров. Есть различные экспертные мнения о причинах этого парадокса. Но если те, кто считает, что меры экономии не помогут, а для вывода энергетики из кризиса необходим несколько иной подход к решению проблемы. Вопрос не в этом. Вопрос, почему мы дошли до такого момента и почему у нас такие есть. Мне кажется, здесь есть одна принципиально важная вещь, что мы до сегодняшнего дня все время... опираемся на один из источников, это гидроэнергетику, и в принципе все время стараемся развить нашу энергетику только через гидроэнергетику, как у нас потенциал высокий. Как считает Абозов, прошли времена, когда нужно было концентрировать внимание на развитии лишь одного направления энергетики. Сегодня нужно по-другому смотреть на развитие энергетики, потому что уже время появления совершенно новых технологий, новых инновационных подходов в энергетике, и в частности вот использование возобновляемых источников энергии сегодня в мире просто идет семимильными шагами. Как поясняют энергетики, главная причина критической ситуации с электроэнергией – маловодие. В нынешнем году в Токтагульском водохранилище объем накопленной влаги ниже прошлогоднего. На 30 сентября объем воды составил 12,3 миллиарда кубометров. Год назад, 1 октября 2020 года, ее объем составлял 15,2 миллиарда кубометров. Пытаясь найти выход из ситуации, Кыргызстан взял долг электроэнергию соседних государств, чтобы пройти зимний период. Намечено увеличить мощность Бишкекской ТЭЦ. В прошлом году она выработала 1,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. В нынешнем году запланировано довести выработку до 2,5 миллиардов киловатт-часов. Андрей Токамбаев, Самат Долотакунов, Пятый канал.